А лапы какие крупные вообще. Ламба. Ты будешь ламба? А я очень нуждаются в вашей помощи и в пристройстве питомцы, которые волей судьбы оказались на подворье Свято-Елисаветинского монастыря. Обратите на них, пожалуйста, внимание. Улыбается. Какой-то дяденька, у него 17 собак, и она от него сбежала. В страшнейшем истощении. И вот так в монастырь пришла. Урга, тайга ее зовем. Ну так, потому что она такая белая и красивая. Характер у девочки, ну, просто замечательный. Очень ласковая, очень дружелюбная, игривая такая, веселая тоже. Она мне вон все руки вылезла, все руки в ранах были, все позаживало. Вот. Некоторые питомцы появились здесь совсем недавно. Они пока диковаты, но со временем тоже поймут, что человеку можно верить и что их больше никто не обидит. Эти малыши, пятеро мальчиков и две девочки, были найдены в промзоне Калядичи. Их просто отлучили от мамы и вывезли в лес. Только благодаря волонтерам семье удалось воссоединиться. Но щеночкам срочно нужно подыскать дома и хозяев, ведь они подрастают. Возраст питомцев 2 месяца. Вырастут собачками средних размеров. Станут кому-то надежными охранниками и верными друзьями. Очень нужно пристроить в хорошую семью малышку Эбби. Ей 7 месяцев. Она умная и активная, ростом почти до колена, рыжего окраса, уже с паспортами, прививками. Подойдет как для квартиры, так и для частного дома. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.